по решению городского совета ветеранов решено провести в итоге в конце года шахматный турнир, посвященный 70-летию победы советского народа в Великой Отечественной войне. Это как бы венец всех тех мероприятий, которые проводились в области, в городе, в нашей организации, в областной организации. Заканчивается год, и мы его закрываем вот таким турниром. Он в то же время праздничный турнир, поскольку уже не за горами Новый год. Итак, на заседании совета мы утвердили положение проведения турнира, отправили все это положение в органы внутренних дел и подразделения города Иваново и собрали желающих принять участие. Значит, поскольку это был пилотный проект, мы так решили посмотреть, получится у нас или не получится, это уж судить вам и тем, кто увидит вот эти записи. Но тем не менее, в турнире приняло участие 11 человек. Турнир проводился в 2 дня. Практически те ветераны, которые приходили и полностью сыграли все партии, по принципу каждый играет, скажем, значит, мы комиссионно на основе турнирной таблицы подвели итоги. И вот что выяснилось. Значит, первое место в турнире присуждается Панкратьеву Александру Анатольевичу, лейтенанту милиции в отставке, который награждается дипломом первой степени и ценным подарком, а именно электрочайником. Прошу вас. Привет. Так, Александр. Здравствуйте. Так. Здравствуйте. Добрый день. Сэр, на второй ступени второе место поделили между собой Балашов Сергей Петрович, полковник милиции в отставке, и Сырков Владимир Борисович, подполковник милиции в отставке. Значит, ну поскольку у Сергея Петровича сегодня еще и день рождения, он, естественно, подойти не сможет. Поэтому мы награждаем Владимира Борисовича дипломом второй степени и ценным подарком, чайным набором. Владимир Борисович. Спасибо. Чай. На 6 персон. Третье место также поделили между собой подполковник в отставке Иванов Александр Валерьевич и подполковник милиции в отставке Баканов Александр Алексеевич. Иванов награждается дипломом третьей степени и ценным подарком. Поскольку он большой любитель чая и кофе, вот ему будет набор кофе и чая. Вот у нас подполковник Иванов Александр Валерьевич. И Баханов Александр Алексеевич, подполковник милиции в отставке. Третье место и сюда. Ценный подарок. Сядь, кофе и китайский чай. Вот прошу вас, Александр Алексеевич. Держите, прошу. Алексей Николаевич, я вот так буду держать. Можно я скажу с тобой? Скажите. Так, уважаемые участники этого мероприятия, я лично от себя и делегированному пожеланию всех вас хочу выразить истинную признательность организаторам этого мероприятия. Вожак, так сказать, его мозговой центр, и это, так сказать, без этого товарища ничто бы не смогло произойти. Кроме этого, Сан Саныч, Юрий Михайлович, вы возвратили лично меня на 20-30 лет назад, когда я смог увидеть людей, с которыми я делил хлеб, чай, чай, вот, да, и ягоды нашей нелегкой службы. Да. Кроме этого, я должен заметить, что все в этой жизни имеет свое начало. Вы согласны со мной? Согласны? Ну,
И вот это мероприятие будет отправной точкой продолжения этих турниров. Следующей жертвой, значит, нашей команды будет сборная ветеранов города, потом сборная ветеранов области, затем сюда в качестве жертв будут приезжать сборные ветеранов ближайших областей. И Кирсан или уже. А потом звоним Лозанну, президенту ФИДЕ, и сделаем ему предложение перенести штаб-квартиру Всемирной шахматной организации именно вот сюда. Не знаю адреса юридического. И кроме этого, я надеюсь, вы поддержите кандидатуры данных товарищей на ближайших выборах президента ФИДЕ. Александр, позвольте, я пожму еще раз вашу руку. Без вас ничего не стоит. Сашенька, твою руку. Вот незаменимый человек. Так, пояснительные премии за участие в турнире. Кто неплохо играл, значит, майор внутренней службы в отставке Тихонов Виктор Иванович. Мы его награждаем чайным набором и зеленым чаем, чтобы он почку промывал. Почетным дипломом награждается сержант полиции Сироткин Виталий Сергеевич. И мы ему вручаем также чайный набор. Пожалуйста, Виталий, я думаю, ты будешь у нас постоянным членом клуба. Прошу. Еще разочек. Вот так. Просто против окна, если получается. Давайте. Нет, рядом с вами. Да иди поближе. Вот так вот. На этом, товарищи, торжественная часть и политез заканчивается. Мне хотелось бы всех поблагодарить участников и девушек наших, которые пришли посмотреть на нас и поздравить. Тем более Лебедева, она нас постоянно курирует с информационной точки зрения. Большое спасибо. Александр Николаевич, большое спасибо. Это вообще палочка-выручалочка всех ветеранов, не только милицейских, но и но рано или поздно придется всем выйти в отставку когда-то. Одним тишины и покоя, иного не надо удела, другим продолжение боя и настоящего дела. Ветераны, ветераны МВД, люди слова, чести, доблести в труде, так нужны сегодня вы, России. Ветераны МВД.